Итак, всем привет, мы продолжаем походить Обскуритас. Что ж, в целом, мы в прошлой части, как я посчитал по названию уровня, были в Мэдхаусе, в сумасшедшем доме, как я понял, блин. Ну, надо сказать, не ясно вообще, как мы туда попали, учитывая, что мы спустились всего лишь в подвал тогда. Ну, не суть, этот же уровень называется Катакомбы, уже внушает название, не так ли? Надеюсь, тут нас не ждет очередной раз этот песик, потому что песик уже, молясь, задолбал. Вы серьезно? Вы, блин, серьезно? Вы, мать его, серьезно? Окей. Ой. Не, это что-то уже шиза какая-то. Там батарейки. А, батарейки. Батарейки-то я взял. Дядюшка что-то вообще умом долбанулся. Причем тут катакомбы, непонятно. Нет, капец, блин. Так, я добегу, надеюсь. Не добежи. Так, я надеюсь, игрушка теперь вместо головоломок не решил меня, да, бить ловушками, блин. Потому что, учитывая, что игра постоянно начинается с уровня по новой, это будет жесть. Это слишком даже для меня, блин. Так, где эта херота? Сваливай. Батарейки, бей. Да бей ты! Я не знаю, может за этой херню попытаться бежать? Или от нее пытаться бежать. Но я попытаюсь, но мне кажется, я не убегу. Ну, попытаемся. Мне кажется, механа сейчас будет. А, не. Все-таки убежал. Мы быстрее этого говна. Уй. Так, минутку. Тут что-то полоса вот это на полу. Надеюсь, тут... Да тут капец, мать его. Дядя, ты больной. Как тут жить вообще? Не, вы серьезно, мать его? Пиздец. Не, это жестоко. А самое жестокое, если я сдохну, мне все начинать по новой. Вот это самое жестокое. Вот я не знаю, трудно было сделать лишнее сохранение. Ой, я ненавижу эту игру. Опять. Снова. Не, это пипец, блин. Да блин. Вы че, охерели в конец? Так, вот тут что-то... А, всего лишь повода, надеюсь. Знаете, я тут уже подвоха в любом месте жду. И это, дайте угадаю, не конец, да? И как это... Причем тут катакомбы вообще к названию? Я не въезжаю. Серьезно. Прям вот это, да? Я в шоке, нах. Куда тут? Зачем? Почему? Разработчики не объяснили, куда, зачем и почему. Спички, конечно, они тут пригодятся. И бляха. Так, ну, по идее, я могу тут успеть побежать. По идее. Делать нехило. Все в задницу.
Фу, блин. Так, я хочу просто найти отсюда выход. Просто найти выход. Это слишком. Вот теперь-ка так он был похоже. Туды? А, почему бы не? Я ж поехавший. Нет, это, я не знаю, у нашей главной героини дядя вообще какой-то очень плохой. Если я тут сейчас от чего-то сдохну, у меня бомбанет. Серьезно, у меня бомбанет. Пожалуйста, дайте выход. Или сохранение хотя бы. Мне не страшно. Мне просто будет херово, если я тут сдохну. Так, просто бежим. Грибочки. Ой, глициногенненькие. Обожаю. Я этому мосту не доверяю, ну, выхода особо-то и нет. Катакомбы, помещение с ловушками. Чем меня будешь ждать дальше? Годзиллу, что ли? Ой, нафиг. Хочу побыстрее отсюда уйти. Нужно срочно сохранение. Я эти ловушки по новой не хочу побегать. Знаете, это слишком будет. Ну где выход, ё-моё? Пожалуйста. Я себя сегодня хорошо вел. Позять. Где? Пофигу. Мне посрать, я посбегу. Не буду осматривать достопримечательности. Ой, ё. Ну зачем так затягивать, а? Специально затянуть, чтобы, я не знаю, у меня просто не в вышки играли от того, что я, возможно, тут сдохнуть могу. Я уже не уверен ни в чем. Жесть просто. Такое чувство, что в воде я не один. Хотя кто тут может быть? Гигантская пиявка-убийца. Хотя нет, пиявки тут не водится. Ну, не знаю. Местный какой-нибудь алкаш дядя Петя. Так, батарейки тем временем, кстати, кончаются. Налево. В воде, кстати, я бежать не могу вообще. Так что, если что-то появится, я даже не убегу. Нет, тут, по идее, после ловушек надо было дать хотя бы сохранить элементал. На. Господи, это от меня звуки, а я бы пугаюсь. Блин. Может, не стоит? Я же захлебнусь. Тут больше нигде пойти нельзя. Да нет, мне туда. Мы будем надеяться, что она не захлебнется сразу моментально. Потому что если это будет так, это... Вы понимаете, это пипец. Плыви, родимая. Плыви. Я в тебя верю. Давай, давай, давай. Тихонько. Блин, такое чувство, как будто я в текстуре застаиваю. Фу, отлично, не застаивал. Нет, кстати, вот проблема у разработчиков явно. Они очень любят растягивать геймплей, блин. Вот к чему вот эта растянутая пещера. Бляха. Ёбаный пиздец, блядь. Знаете, на секунду я подумал, что это все. Серьезно, блин. Я уже поклянуть себе успел, блин, на этом свете. Пипец, блин. Нафиг, просто валим. Это слишком. Я тебе понял, для чего они востягивали. Все понял. Беру сова назад. Только вот куда бежать, вопрос остается открытым. Так, ребят, ну давайте, хватит, все. Заканчивайте уровень, пожалуйста.
Я понял, что тут ничего меня хорошего не ждет. Только плохое. И ужасное. Это пипец. Ё-моё, это что за руины такие? Между тем сохранения еще вообще не было. То есть, если подохну, по новому придется в любом случае. Класс. Вот дверка, отлично. Только не говорите, что ключ нужен. Лабиринт? Да ну нахер, я хочу назад. Назад нельзя. Я в шоке от местного разнообразия. Знаете, поначалу игра была просто колоном по NVDrive, если честно. Сейчас я не знаю. Такое разнообразие, что оно меня иной раз вроде бы удивляет, радует, а иной раз просто выбешивает. Но между тем я нахожусь в лабиринте. И это, как вы думаете, понимаете, очередной, походу, долбанутый уровень будет. Да. И между тем тут нихера вообще не видно. В какую сторону там бежать-то даже? Тут карты ничего нету, да? Господи, что за местность рядом с домом была? Какие-то лаборатории, лабиринты. Тут... Ладно, лабиринт так лабиринт. Паучок. В какую сторону, мать его, идти? Самое паушивое будет, если я тут еще и не один. Вот это будет самое паушивое. Паутинка. Мамочки, мне чуть не по себе. Я надеюсь, вы это вечером в наушниках смотрите, пожалуйста. Имейте совесть. А? Не, паутину. Не, паутину в жопу. А выбора-то и нету. Господи. Моя не понимать. И знаете, я сейчас пытаюсь что-то сказать, но у меня... Что-то просто челюсть отвисла. Я вообще нихера не вижу. Что-то капает. В той стороне. А, тут тупик. Ну и слава богу. Тоже тупик. Для чего этот лабиринт тут, я не пойму. Объясните, а? Не, ну знаете, это походу часа на два затянется. У меня сейчас батарейка села. Да в принципе тут и без нее более-менее терпимо видно. Хотя нет, вот тут нихера не видно. Не, самое главное, чтобы за мной ничего не погналось. Потому что если за мной что-то погонится, это будет жестоко. Ой, я в тупичок зашел. Суки. Блин, там куля, что ли? Бляха. Понял. А? Вы серьезно? То есть мне пути назад нет? Разработчики, вы садисты, редкие причем. Мне эта игра иногда радует, а иногда вот сейчас название уровня Dead Ends. Мертвые концы, да? Мертвые очень. Пипец. Впрочем, не важно.
То есть, что, вообще не имеет значения, куда я пойду, мне кирдык? Так. Там что-то было. Так, где я остановился? Надо вспомнить. Я помимо, пытаюсь восстановить по памяти, где я был. Но чуть пока не получается. Так. Господи. Линда, твою мать. Походу, надо за Линдой идти. Или кто это тут, я вообще не знаю. Так. Ну, я туда пошел, у меня там кирдык был. Пойду сюда. Ага, пошел. Класс. Цветочки. Кстати, тут везде цветочки валяются. Что это значит? Может, по цветам идти, я даже не знаю. Логически же, какой-то тут выход должен, логика какая-то этого лабиринта должна быть. Или мне что, сейчас в интернет придется листи кого-то искать? Ну вот, все, dead end, блин. И чё? Великолепно. Пипец. Так. Ну и что, я сейчас вернусь назад, ты мне... Хана. Так ведь. Каюк вообще. Так, надо смотреть сюда, чтобы тут... Ну, там уже, кажется, тупик. Ну да. Там уже тупик. Тут тоже. Ну не, это мертвый конец, сюда смысла не будет. Ну вот, видите, это все. Тут тоже. И чё? Не, и каким образом я отсюда должен выбраться? Ладно, по новой. Великолепно. Не, самое обидное, батарейка-то садится, кстати, каждый раз. Я вообще что-то не въеду. Давайте для узнабази пойду сюда. Ага, пошел. Тут тоже тупик. Линда. Тупик. А там что? Придется, походу, исследовать просто. Делать-то нефига. Какой здоровый паучок. Линда опять. Не, ну тут посмотрите, тут тупики же, кстати. О, а тут что? Да ничего. Может, я что-то просто не понимаю. Тут звук что-то капает, как будто пещера какая-то. Но тут тупик. Слушайте, и чё, я пойду сюда, тут тоже тупик. И все. Нет, выход только сюда. Я чё-то не понял вообще нифига. Нет, а что делать-то? Да никакого хила, тут везде тупик, это не выбраться просто. Не,
Не, я что-то пофигел, молясь. Классно, блин, конечно. Да капец, блин. Не, я что-то, походу, недопонимаю, да? Что делать тут, собственно, блин? Да. У меня иногда чувство, что я эту глупость не понимаю. Так, ладно, еще одну попытку вне записи тогда сделаю. Точнее, не попытку, а после сейчас еще раз если сдохну, придется вне записи искать выход. Потому что я, честно, нифига не понимаю. Чё-то это как-то слишком тупо, что ли. Ну, вот тут нифига нет, даже батарейки не дают. Так, баню фонарик надо ставить. Нет, логически же какой-то выход должен быть, или... Тут вообще нихера нет. Не, ну тут, то есть, все тупики, я тут уже был. Надо идти за этой тенью, долбанный. Куда эта тень приведет, вопрос. Ну вот я иду за тенью, допустим. Что дальше? Туда идти. Как-то смысла не вижу. Серьезно. Там же просто мертвый конец, все. Я не знаю, может, я что-то упустил. Так, нафиг, вернусь назад, попробую тогда. No way back. А, вот это уже что-то новое. Зашибись. Ничего не изменилось. Нет, ничего. То есть назад пути нет, да? Ну, будем думать логически. То есть, я так понимаю, надо идти за вот этими цветочками. Цветочек тут просто в тупик уперся. Там тоже тупик. Значит, остается только сюда. Даже не знаю. Допустим. Может, тут ловушка какая-то на полу. Я уже не знаю, как мыслить, серьезно, потому что... Это каким-то пипцом попахивает. Ну, и, собственно, я пришел опять же в этот тупик. Гениально, блин. И как выбраться? Там еще слышно, что-то капает, как будто, может... Блин, не знаю, может, где-то камень какой-то выпирает. Я уже не знаю, это серьезно. Это, блин, просто нелогично. Не, ну, серьезно, нелогично вообще. Так, там ловушка появилась уже. Ага. Нет, это жесть.
Пипец, блин. То ли я слишком тупой, то ли я не знаю. Да не. Тут что-то не так. Ну, тупик, допустим. То есть игра как бы логически меня посылает назад. Так, а под вспышкой молнии тут ничего не будет. Надо глянуть. Просто логически что, я вернусь назад, там эти шипы будут. Потом они будут с двух сторон. И что? Все? Тупик. Нет, тут ничего не подсвечивается. Так. А если вот так вот? Так, резко. Я не знаю, я уже какую-то херню занимаюсь. Да нет, тут ни хера не изменится. То есть игра меня молча посылает назад. А сзади у нас... Ну да. Пикабу. То есть меня посылают сюда, тут тупик. Тут тоже тупик. Там тоже тупик. Ага. Гениально. Так, все оказалось проще. Как оказалось, надо было встать, когда вот эти шипы появились с обеих сторон. Надо было всего лишь встать вот тут в воде посередине, блин. Доплыло это мне, не знаю, знаю, но только с пятого где-то. То есть шипы, они сдвинулись, они не убили, они просто исчезли. Дебилизм, блин. Ну, то есть просто вот это уже посреди нее встать надо было. Охеренно. Ну да, и тут продолжение лабиринта идет. Класс. Я обожаю эту игру. Тут и у нас такие нелогичные задачи. То есть, если чуть ближе станешь к одному из шипов, они тебя просто убьют. Если же станешь в луже, они сдвинутся через какое-то время и просто попадут. Логично, да? Что-то я не уверен, что логично. Господи, блин. Это кто такой? И все это опять без сохранений. То есть, если что, опять придется по новой походить. То есть, тут у нас такие задачи, которые логически... Ну, вообще никак не объясняются. Я бы сказал. Вот серьезно. Так, иду к цветочку. Я по цветочкам иду. У меня все-таки есть теория, что надо идти в ту сторону, где цветы. Не знаю почему. Так, цветочек тут. Ёпта, это что такое? Тыква? Окей. Тут цветочков нет. Я надеюсь, вел найду. Так, тут ловушка. Ну, тут еще для кучи ловушки оставили. Наступлю на плитку, мне каюк. Гениально. И небось это все перед самым концом, да? Хотя нет, хер тебе, не конец. Чего-то, блин, лабиринт. Нет, то есть, знаете, вот как момент с головоломкой в эти части со статуями. Это никак логически не объяснялось, может, я что-то не заметил, но это вообще никак не объяснялось. Я на форумах ответ нашел, но там люди тоже нифига не поняли, как это делать. Просто какую-то картинку нашу, надо, кстати, в комментах будет скинуть. Потому что я эту часть еще не залил. И суть в том, что это вообще никак не объяснялось. Так, цветочек тут. Тут то же самое, логически догадайся, что надо встать посредине лужицы той, блин. Вообще жесть. Ой. Да блин. Арахнофобия, боясь пауков. И посмотрите, эта зараза нифига не кончается. То есть ты продолжай, типа, мучиться.
Ага. Гениально. Ну, то есть, да, блин, если ты подохнешь, побегай топану, помучайся. Скотина, помучайся. Забычики садюги. Ёпта, бляха. Музыка чуть плохая. Собачка. Да ну в жопу. Блядь, да вы что, издеваетесь? Не, они серьезно? Они, мать его, серьезно? Слушайте, мне мало того было, блин, так они еще собачку фиганули. Браво вообще. Аплодирую стоя, блин. Блядь, ну это пиздец. Мне похеру. Куда уже бежать, лишь бы от нее подальше. Прибежал. Капец. Не, вы забычки, вы садисты. Куда тут идти, блин? Тут ничего нету. Ой. Блин, там ни цветочка, ничего нету, ни подсказки никак. Пипец, он играется со мной. Так, у меня странное чувство, что я назад вернулся. Точнее, то, что я тут был. Ну да. Пипец. Это слишком садистский. Я уже говорить ничего не знаю, что надо. Я просто хочу это говно пойти. В жопу, может, сюда? Цветочек. Цветочек. Отлично. Цветочек. 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 В жопу иду по цветам. Так, тут. Сюда. Да быстрее кончайся это говно уже. Пожалуйста. Блин, оно и не думает заканчиваться. Да это что за капец такой? Нет, это задница. Просто задница. Бесконечная задница длиной в лабиринт. Твою мать. Спасибо, конечно. Да ё-моё, блин. Нет, я, кажется, заблудился все-таки. Серьезно. Просто заблудился. Ой. Ой, бля. И в жопу. Вы серьезно, да?
Пипец, бляха. Нет, это садисты, блин. Я умом двинусь, походя эту иглу. Просто двинусь умом. Да спасибо, Линда. Цветочки? Цветочков нету. Я не знаю куда. Это просто жесть. Слишком жестко. А, вот цветочек. Та-та-та-та-та. Цветочков нету. Нужны цветочки. Да пипец, блин. Знаете, тут даже сказать нечего, это просто... Ну, вы видите. Тут сказать нечего, это жопа, а не уровень, блин. Да, сохранение поэтому давать не надо. Походи, мучайся по новой каждый раз. Да. Три пути. Пойду налево. Ага, хрен там. Ты пипец, я не знаю, вот разработчики хоть бы сохранение не давали, что ли. Ну это какой-то, блядь, я уже бесов, все. Ага. Еще и собачка тут, это вообще жесть. Я даже не знаю, я серьезно, верно ли я сейчас иду, нет. Я уже просто все. Пипец какой-то. Так, цветов тут нигде нету. Ну ладно, значит, ловушка. Не, это перебор, блин. Вот серьезно, я редко такой говорю, но это перебор, мать его. Опять статуя. Вот такого статуи не... Так проблематично дать сохранение, что ли? Да? Да, зато ловушки мы даем. Куда же без этого? Ловушки мы любим. Бляха. Чего-то я, наверное, после этого закончу, если я вообще это пойду. Я уж что-то все не могу, блин. Знаете, со мной первый раз в жизни такое, что мне сказать нечего. Да капец. А, батарейки, да. Они мне очень помогут. Не, ну помочь-то, может, помогут. Да, но не в этом случае. Хм, цветочек. Got you. А, то есть, это я назад вернулся. Да е, да е... Что? Серьезно? Я понял.
Ну а собственно, и куда я пойду-то еще? Тут, собственно-то, идти даже некуда. Гигантская змея. Это нормально. Не, туда как-то надо идти. А, ее уже нету? Зашибись. Линда, спаси меня. Я больше не могу. Если я дойду до конца, я не знаю. Я просто не знаю. Я вообще ничего не знаю, не спрашивайте меня. Куда тут, мать, выйти, а? Явно не сюда. Да неужто? Все, нафиг, текаем, блин. Просто текаем, вообще фиолетово, что будет сзади, спереди просто бежим, блин. Я это дерьмо повторно проходить не буду в жопу. Ой, господи, пожалуйста, следующий уровень, пожалуйста, я не пошел много. Только следующий уровень, всего лишь. Больше ничего не пошел, спасибо. Слава тебе, господи, блин. Как следующий уровень называется? Любопытно название следующего уровня. Так. Аулик Остал. Что это такое? Аттракцион, что ли, блин? Давайте немножко побежимся, наверное, и все, блин. Честно, я не знаю, это самый худший уровень в игре был, какой был. После статуи, конечно. Это просто невыносимо. Еще эти собаки, блин, это... Нет, это самое худшее. Вот серьезно. Самое. Жесть, я эту игру просто уже хочу добить. Она вроде начала радовать, сейчас она опять начала бесить. Я не знаю, это... Ни одна игра у меня такие эмоции еще не вызывала. Разве что Зов Ктулху. Ну там атмосфера с сюжетом хотя бы прикольные были. Тут же вообще нихера нету, блин. Я не хочу в это больше играть, блин. Серьезно. Я сейчас вот просто бегу, чтобы, блин, не знаю, еще чуть-чуть пройти хотя бы. Шуршание эти, это уже не страшно даже. Нет, лабиринт это, я не знаю, типа, подведем итоги того, что вот эти последние два уровня, и знаете, у забочков какая-то паранойя, что ли, блин. Палку извлечений, как раз. Паранойя какая-то. Сначала головоломки, потом просто спокойный ужастик. Ну, не спокойный, ну, так, пугалки. Теперь одни ловушки с лабиринтом. Да ё-моё. Лабиринт это, я не знаю, это тот, кто его делал, ему, блин, памятник надо поставить. В плане того, что настолько запутанная жесть. Что тут делать, блин? Это яички я возьму. Чуть пока будет спокойно. Тут вот вниз гасит нафиг. Ну тут пока линейно все, я даже не знаю. Я уже даже не пытаюсь осмотреть, тут смотреть нечего. Одни и те же кусты. И вот, знаете, лабиринт сам по себе был бы простым уровнем, там, в принципе, как я понял, просто за цветами идти надо. Если бы не вот этот момент с ловушкой, когда ты не понимаешь, что надо встать на водичку. И если бы... Не то, что туда еще пихнули собачек. Я вообще не понимаю, как они меня не заметили, не убили, это жесть. Походу, я просто такой везучий. Чуть мне кажется, зря этот уровень начал походить. Однозначно. Дайте хоть один спокойный уровень, пожалуйста. Ключ. Ага. Without power, а? Я тебе еще питание восстановить тут должен, да? Красавица. Слушай, ты вообще долбанутая. Я бы увидел все это говно и бы уже отсюда свалил давно. А где питание восстанавливать? Так, у меня есть ключ от аукциона. Части, наверное, будут большие, и я уже просто хочу эту игру добить, серьезно. Она иногда радует, у меня херенейшая атмосфера, я скрывать не буду, но
Вот эти вот моменты, вот это добивает меня просто. Ту-ту. Похоже, назад. Все-таки, да, назад. Что-то я не помню, чтобы у нас там двери какие-то были. То ли я уже слепой. Ладно, пошли назад. Знаете, что я сейчас сделаю так? Если мы сдохнем, я просто остановлюсь на этом на сегодня. Потому что, знаете, лабиринт очень физически вымотал. И вообще, надеюсь, это хоть кому-то интересно смотреть, потому что игра местами, я говорю, очень унылая, блин. Особенно этот момент с лабиринтом. Да, он адреналиновый, конечно, был, но по факту он очень занудный был. Господи, твою мать. Я схожу с ума. Ла-ла-ла-ла-ла. Еппи! Пошли кататься на аттракционе. Ой, иди в жопу. Ха-ха-ха. Тоже иди в задницу. Это не смешно. Бэтмен недоделанный. Я надеюсь, на этом аттракционе уровень не закончится. Хоть какой-то спокойный уровень под конец счастья будет. Да. Однако игрушка многообещающая поначалу, кстати, была. Очень многообещающая. Да вообще. Очень многообещающая. Но сейчас такая сборная соленка, знаете. Такое чувство, как будто взяли 5-10 ужастиков и соединили в одну. То лабиринты, то ловушки, то еще что-то. Просто мешанина сплошная. По-другому сказать не могу. Так. Где тут? Где мне пойти? Ну, я включил. Туда, по идее, идти надо, но... Что-то я не понимаю. Что, блин? Да нет, тут вот ничего. Может, тут что-то открыться где-то должно. Какого, блин? А, вот. Господи. О боже. Ну, господи, хоть что-то спокойное. Всю жизнь мечтал покатиться на американских горках, мать его. Правда, не таких долбанутых. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Я сошел с ума. И как в таких моментах обычно любят скинуть руки вверх и визжать, я не знаю, как, блин, сучка, блин. Ну, извиняюсь за мой французский. Блин, если я эту игру пойду, я не знаю, я просто психопат, блин, буду. Вау. Ты кто такой? Тут надо звуковой элемент с криком ставить. Чё, блядь? Окей. Давайте, пожалуй, на этом закончим. Я нихера не понял. Почему? Давайте на этом закончим. Как вы видите, игрушка опять скатилась не в память чего. Хотя вот этот уровень с аттракционом вроде прикольно смотрелся, пока я не помехил, помимо, что не убился. Не суть. Не знаю, игра очень неординарная лично для меня. В ней есть хорошие моменты, но в ней их процентов, наверное, 30, не больше, от всей самой игры. В остальном это либо шизанутые головоломки, либо лабиринты с ловушками, либо просто ловушки. Это
трудно назвать ужастиком местами. Не знаю даже. В общем, сами все видели. На этом еще все. Всем удачи и пока.